Буэнос диэс, мис керидос амигос. Ядерно рассыпнул заряд ваши экраны. Это значит, что под жужжание потрошителя мы снова шагаем по пустошам. Сажайте задницы поудобнее, хватайте ништячки и погнали. Так, надо сначала вспомнить, куда мы, собственно, идем. Так, следуйте по указаниям GPS-навигатора. Да, напомню, что мы сейчас просто качаемся. Фармим и прочее. Потихоньку готовимся проходить DLC. Потому что я так думаю, что где-то вот перед походом в Вегас надо хотя бы одно зацепить. Потому что хуй его знает, как в итоге все повернется. Даже не знаю, что сказать-то на это. С Легионом мы, конечно, в прошлой серии охуеть как настрадались. Лютее, по-моему, никогда не... О! Первое письмо нашлось. Второе, восьмое. О, придурок. Резать буду. И тебя резать буду. Сюда подошла. Сволота внематошная. А, уши, точно. Я только сейчас понял, насколько эта шуточка актуальна. Ну ладно, немножко протухло, но в 24-м году... Ну, вы поняли. А, это НКРовец. Сука! Только у меня вместо маленького карманного ножичка этот самый, как его, блядь? Потрошитель. Во! Так, а что теперь у нас по карте мыра? В лагерь? Я в рот ебал топать, поэтому давайте так. Watch yourself. We got hit by a Legion raiding party just the other night. Мясцо. Весело. I still don't have any support. I take it my... Thanks for... Thanks again for... Так, а ты играешь? Good. I still don't have any... Давай торганем. Крыша-то у тебя дохуя. Так. Гильзы пошел в жопу. Так. Че у меня тут еще есть хорошего? Что я могу столкнуть? Так. Не знаю, зачем это. Обрез, ну, тоже солью. Его надо раздевать. Патроны, тем более, нихера не весят, поэтому патронов можно таскать, сколько мне влезет. О. Блять, купить-то я у тебя ничего не могу.
Не, сигареты я вам лучше оставлю. Give me a shot if you need anything else. Так, что у меня по крышкам теперь? 4000! Нихуёво! Живём, блядь! Живём, ебать, банкуем! Так, теперь до майора пойти докопаться. Да, НКРовцы меня любят, поэтому прохождение за Легион сразу идет нахуй. Ну давай попробую. Так, проходим квесты за Forlorn Hope. Так, доктор Ричардс, говорите. Thanks again for looking into my missing. With business booming like it, do you have... Excellent. О, ништяча. I've got a lot to do. Make... Ну давай. Так. Хирургическая пила. Шина есть. Или надо крафтить? Блять, только что где-то видел. Так, а медикс у меня есть, кстати? Только радикс. Медикс у него где-нибудь тут не валяется, не? Блять, мне нужен медикс. Медикс, вискарь и резин. Так, два медикса надо. Так, три медикса. Пинцет, супер стим. Так, шину я взял. Так, пила тоже есть. Так, три медикса. Так. Так, пока оставить в покое. Так, пинцет, медикса, супер стим. Так, пинцет у него где-то был. Так, пинцет у него был. Так. Вискарь и жгут. Так, жгут есть. Так, три медикса. Вискарь. Так, три медикса, вискарь. Так, три медикса, вискарь, супер стим. О, вискарь. А, жгут у него был здесь. Так, три медикса и супер стим мне нужны, короче. Так, а чё у меня по наукам, кстати, я забыл. Медицина, 30. Херово. Так. Блять, что я делаю? Так. Пиздуем в ноуку. Докторши точно есть три медикса. Ну и супер стим, конечно. Осталось только найти, собственно, докторшу. Вон она пёздует, вон она пёздует. Становись! Так. Блять, у неё только один медикс. Супер стим.
400 крышек, да иди ты нахер. Я сейчас лучше обторгуюсь. Так, вот это. Турбо продам. Сенсорный модуль. И обрез тоже солью. Give me a shout if you need anything else. Are you sure? Так, один медикс я надыбал, окей. Где могут быть еще? Давай думать. Так, на ванпост Махау метнуться, что ли? Может, у медика есть чего? Или у интенданта? Хуй его знает, кто тут. Заодно, может, и поторгуемся на тему чего-нибудь еще. Ну, или в караван кого-нибудь выебем. Так, чисто на приколе. Been doing a lot of good work out. You look extraordinarily beautiful right now. More than you. All the latest news coming your way right now. Refugees at Bitter Springs are giving. 1000 крышек, блядь. Не, не хочу. Боез. Так, надо где-то, пацаны, надо быть. О, мне нужно отдохнуть в казармах. Заебись. Так, Джексон, ты, конечно, пиздатый парень. Но мне бы торгануть с кем-нибудь на предмет медиксов. Мне надо еще 2 штуки. Торговлей, так понимаю, не хуй кто занимается. В Good Springs, может, получится. Хех. Угу. В Сосалуне, да. Я, конечно, может, немножко мудак. Ну, допустим. Так, а вон барменша. Так. Медиксов нету. Но есть похавать. Так, эта штука тоже пригодится. Хуя они тут дорого ПП скупают и прочее оружие. Нет, нет, нет. 30 крышек я тебе дам без проблем. Точно, блять, у них же медик есть. Хули я туплю-то, а? Пиздец, Саныч. Я тебя не узнаю. Хули гав, блять. Как помните, во второй серии было, а? Я же отсюда пришел, правильно? Ебать, дебил! Так, это все на разбор. Пятиметровые, наверное, разберем.
Опа. А это что было? Старуха с косой, техника спуска. Пять пятьдесят шесть, конечно, заебись. Так, ладно, хуй с ним. Так. Вон туда мне, на гору. Два медикса у него точно есть. Потом можно будет возвращаться в Forlorn Hope. И лечить пиздюкову. Как я мог забыть? О, а вот старикан. How are you holding up? Так. Пару саквояжиков. Медиксов нету! Чё, блядь? Пизда! Ну хоть с тимами, блядь, затарюсь, хули делать, а? О, точно, магнуму можно продать, тем более у меня их два. О, заодно и магнумовые патроны можно будет разобрать. Ой, лупнуть хотел, не вышло. Это прям очень шальная штука. Не, не буду. Ну, сынатом, спасибо, мужик. Так, где еще можем порыться? Прим метнуться, блин. Давайте по приколу. Я все обойду. Так. Так, скорее всего, в казине надо смотреть. Ну, сейчас на меня опять какая-нибудь падла не наехала. Хотя вроде не должно. Надеюсь, у них есть медицину. What are you doing here? This is our... А ты кто такая? Fuck. We heard Prim was right for... We're just trying to put as many miles from NCR as we can. Our luck has gone south since we lost our... О, level up. No fucking way. Yeah. So what... I'm getting tired. Чё, чуваки, рискнём? Заводи. Так. Так, наверное, до 25 качнем, хотя не. В пизду. Хотя, давай знаешь, как сделаем? Вот так.
Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. А я не учел, что неплохо бы сохраниться. Антон Александрович, да вы долбоеб. Снаряга, помощь. Так. Ням. 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 Тресь. Ёпс. Так, сейчас откачаемся. Так, что у тебя там хорошего было? Ой, блядь, а мне надо набивать вес. Ой, я случайно бутылку спиздил. Ну и все. Howdy, partner. Welcome. Prim Slim at your service. Хуя. Vicky and Vance with us. Prim Slim here. Yeah. First things first. Fact is, they be now true. Прикольно. Having lived by the, perhaps it was, or maybe they, we'll never know for sure. You can put your eyes on the genuine death card. Аня, стой. Prim is a... Whether you can't wait till Vegas to try the town's... Rumor is the dealer's over there cheap. Now. Да похуй. Я не понял, а живых людей здесь не предвидится, что ли? С кем поторговать, а? А еще я случайно спиздил бутылку. Может, в отеле все-таки кто-то живой есть? Ну, на что я надеялся? Казалось бы. Спиздить. О! Два медикса! Вот это, блядь! Вот это, блядь, везуха! Так, в аптечке пусто. Хуёво. Но мы нашли два недостающих медикса. Ёбаный ты в рот. И это очень-очень круто. Я бы даже сказал, что это опизденительно. Зачем постоянно жму escape вместо таба? Кто мне может объяснить? Нет, не хочу. Так. Да, в лагерь. Evening. Здорово. И тебе привет. И тебя в рот ебать. Чё, мужики, медсестер пришел. Блять. Извини, мужик.
Красава. Вытащил. Оп. Так. Док, извини, я тебя пойду разбужу. I've got a lot to do. Make it quick. Excellent job. As for the men, they'll recover. I'll send word to... Не. Один из них на передовую не вернется. Ну, как он с одной рукой и одной ногой будет стрелять? Ну, с другой стороны, те двое вполне себе тащатся. Так. Майор, а ты где? Welcome back. I handle community unofficially. Блять, майор, ты где? Ой. Да, он там где-то в палатке нибудь храпит, пес. Hey. Ой, извиняй, майор, что бужу. Kind of busy around here for... Dr. Rich, with the help you've given us, if we can read... We have a decent amount of men, but it'll be... Reports have... Excellent. Killing the Legion... Meet up with Sergeant Cooper. Угу, я тебя понял, мужик. Проблема в том, что в Нельсоне я уже был. И я хуй знает, почему Obsidian не предусмотрели такой момент, что Нельсон выносится до получения этого квеста. Какого, собственно, хуя? Простите за мой неприкрыт французский. Но давайте, знаете, как сделаем? Давайте, чтобы не было, как в двух прошлых сериях. На этом мы закончим пока что. Как говорится, спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как обычно, Лукас, пиписька и до свидания. Адьос, братва. Увидимся в следующей серии.